Разногласия между акционерами Rail Baltic не станут препятствием для реализации проекта, который должен объединить все три балтийские страны. Глава предприятия Aeropost Dzelzs Railinės Andris Leinušs на заседании комиссии Сейма сегодня был оптимистичен. Но как эти разногласия решать, пока неизвестно. Проблема не в проекте, а в отдельных личностях, говорят предприятия. Так, литовская сторона недовольна, что совместным предприятием трех балтийских стран RB Rail управляет Байба Рубаса из Латвии. Поэтому Литва предлагает модель, при которой в каждой отдельной стране за реализацию проекта отвечает свое предприятие. Мы посередине. Мы заинтересованы как в транспорте в Эстонию, так как в Литву. Конечно, управление из единого центра, тем более, что и сейчас Rail Baltic, этот руководящий центр, он находится уже в Риге. Поэтому он несомненно, более латвийской стороне приемлем. На межправительственном уровне фактически уже приняты все решения. Утверждена схема исполнения проекта. Всем вовлеченным сторонам делегированы обязанности. Есть график работ. Разумеется, в нем есть задержки, но этого не избежать. Rail Baltic – самый сложный проект в истории Евросоюза. Откуда в дальнейшем будет происходить управление проектом, должно стать известно до 21 марта. Тогда истекает установленный Еврокомиссией срок.